И всем кукошники, дорогие друзья, сегодня с вами я, допустим, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. И все-таки я ничего не буду делать, я посмотрел тут на карте точек обзора не так уж и мало, не так уж и много осталось. И откроют они вряд ли что полезно, так что я пока что их не буду открывать, так что я пойду сразу к Антонио. Чтобы он мне объяснил. Ну, короче, как вы поняли, да, так, что это такое? Что это? Ага, это вот часовня вот эта. Сейчас нужно пройти к этой часовне. Диана именно, вот это, да? Ну так вот, не кажется, или здание, которое... Походу, да. Ну так вот, опять-таки. В той серии мы узнали то, что мы зря убили Барбаригу. Или Барбарига. Я не знаю, как правильно. Вот, потому что против него и так был заговор, а мы как бы им помогли, но хотя они не очень сильно обрадовались, как бы наоборот. Но все равно нас сделали довольно-таки плохое дело. Да. И что печально, в принципе. Хорошо, что ж поделать тогда. Да, Антони осталось совсем немного. Опять, походу, придется пересекать это гребаное море, скажем так. Хотя это более на мой как мяч, похоже, будет речка. Где-то в Венеции, тут везде море. Море, море. Здорово, пацаны. Я пойду далее. Настоящий. Спасибо. Вот это я понимаю похвала. Чувак, ты не нагонишь, не старайся. Вот давай, если ты сиганешь воду, я тебе дам все свои деньги. Ну, чувак, нахер, он вообще еще. Походу реально себе, ну, пока камеру должен деньги возвращать, правильно, я оставлю их себе. Возвращать их нет, он здесь. Блин, да ладно. Придется еще оплывать этот гребаный замок. Антонио захватил, но нет бы нормальный ход для меня придумать. Нет, мне придется. Что не так с этой стенкой? Просто посмотреть на нее. Эта стенка как-то не сочетается. Вот посмотрите, как бы. Странно. Вот этот кусок стенки как-то не подходит к этому дому. Кажется, тут какая-то есть тайна. Наги, никакой, блин, все равно как-то, ладно, все забейте. Но, по крайней мере, мы захватили крепость, мы молодцы. Я, можно сказать, даже я его захватил, потому что Антоний там вообще никак не помогал. Он только под конец стражи убил, но я бы их и так бы либо убил, либо убежал. Или бы это и то. Так что я бы мог бы спокойно здесь остаться. Ну хотя, да. Так, отлично, дорога. Эй, Антонио. А, нет, ты не Антонио. Салюте, белло мио, коме стай? Уже соскучился? Ну, чё так грубо? Прости, дорогая, но сейчас не время для утех. Я должен поговорить с Антонио, срочное дело. Антонио! Эцио пришел! Походу, между ними что-то есть. Ну, между Розой и Эцио. Эцио, все ли в порядке? Нет. Карло Гримальди и Барбарига вступили в сговор с неким испанцем. Они собираются убить Дожа и поставить на его место своего человека. Тогда в их руках окажется вся Венеция и весь ее флот. И меня еще называют преступником. Ты мне поможешь? Я на твоей стороне, брат. Да и все мои парни тоже. И девушки. Грация, амичи. Но, Эцио... На этот раз все будет гораздо сложнее. Дворец Дожа охраняется лучше всех зданий в Венеции. Смелость города берет. Вот и верно. Вот за это мы и любим тебя, Эцио. Пойдем, посмотрим на него. Что-нибудь да придумаем. Да, точно. Все-таки в этой гребаной игре мы будем летать на... Пусть будет параплане. Да, Винчи. Ну, вы помните, да, когда я... Помогал Леонардо довозить его. Так, это заговор против Дожа. Страшное дело. Хотя предательством меня уже не удивишь. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливые. И я верил в это. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Я усердно учился, но это ничего не значит. Коль ты не отпрыск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком низшего сорта. Так скажи мне, Эцио, кто настоящие аристократы Венеции? Люди вроде Карло Гримальди и Марко Барбариго? Нет. Нечего делать. Я считаю, это мы. Воры,
наемники и шлюхи. Пока мы спасаем Венецию и ее жителей, нужно тщательно исследовать дворец, осмотреть его под разными углами. За дворцом стоит высокая колокольня. Можно забраться на нее или по задней стене базилики. У тебя есть мысли на этот счет? Парадный вход для нас закрыт? Хе-хе, лабене. Мы попробуем войти из парадного входа с Сапутелло. Ко мне. Ты сейчас это сказал? Нет, надеюсь, это Эцио ему сказал, а то это... Так, это у нас вот эта вот штучка, да? Я помню, наверху был рисунок, скажем так. Блин. Ну, что ты думаешь? Здесь мы не пройдем. Пока мы будем разбираться со всей этой стражей, они успеют убить Дожа. Нет, чувак, я сразу сюда заберусь. Ничего не знаю. Ты можешь и снизу поставить, а... Жди здесь. Вот и я там. Маки, ты... Маки, он просто не хочет... Ладно. Собор Святого Марка. Андиамо. А это что такое? Это... Подожди, стоп. То есть дворец Дожи... Это не собор Святого Марка? То есть вот эта вот хрень, это не дворец Дожи. Блин, вот походу дворец Дожи, это собор Святого... Блин, короче, я хрен знает. Так, ладно. Что? Чувак, я не специально. Вот один из своих воров то же самое со мной сделал, только я еще и пострадал от этого. Так что ты там их проучи, там, да. Ну блин, ты, конечно, голос и выдал. Здорово, пацаны. Здорово. Так, извиняюсь. Нахи. Да. Эйц. Отлично. Сюда забираться легко, как я вижу. То есть вообще никаких трудностей особых и нет. Отлично. Блин, далеко мне еще топать-то? Мне точно наверх или уже нужно было топать вниз идти? Ползи нормально, пожалуйста. Спасибо. Ты так и будешь стоять внизу? Тебе, по-моему, тоже, наверное, как бы надо, не? Или... Стоп, подожди, я синхрон сначала съел, на фиг случай. Конечно, это не по плану, но... Заодно-то надо, чё ж, раз уж забрались. Зачем? Попросту тратили время, нифига. Карта открылась, шикарно. 44 точки. Чувак. Да ладно, там ты была... Ты посмотри. Тут повсюду лучники. Грёбаная лестница. И на стену здесь не заберешься. Грёбаная лестница. В жопу этот мир, короче. Это суицидник. Короче, зритель, да. Может, тоже сиганёшь там, нет? По лестнице долго тебе, кажется. Чувак. А быстрее, пожалуйста. Еще быстрее. Эй, у тебя ножи с собой? Можем потренироваться на нем. Я сейчас на вас потренируюсь, если вы сейчас такое скажете. Ублюдки. Они про честный народ говорят, чтобы тренировать плохие люди. Да, нужно их наказать. Все, идем. Не отставай только от меня, Антонио, но и не догоняй. Держись от меня на расстоянии. Так, немного осталось. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Привет, О, это что такое? Офигеть, тут раз, два, три здания, которые есть, где есть точка обзора. Это просто офигеть место такое шикарное. Бенни, нам повезло. Похоже, что по лесам можно взобраться на крышу базилики. Ну что, вперед? Давай. А я должен? Ладно, ладно, говорю. Не... Запретная зона, говорите? Ладно, это хорошо. Запретная зона я люблю. Ага. Ибо беспалевность мой конек вообще.
Ну, ты будешь лезть-то дальше, не? Отлично. Что это за звук такой? Я слышу... Вот. Тут либо сундук, либо скрытая штука. Подожди. Интересно. Только что же этот звук-то был. Вот. Стой здесь. Странно, где же эта штука? Я точно слышал звук либо сундука, либо спрятанной фотографии. Си-си-си-си, вот это. Как-то все странно. Да я... Вот опять. Где-то в этом районе тут что-то есть. Ладно, все, пофиг, а то еще слишком много времени потерял. Все, идем. Чувак. А, да. Го-го. Сюда. Что? What? Как ты... Чувак. Не. Минуту. Ты что? За мной. Хочешь умереть в такой прекрасный солнечный день? Ты тупой, что ли? Ты шо, упоролся, что ли? Чувак, нам сюда. Не буду я сокращать дистанцию для доцеля, потому что он тупой. И еще умеет... Это все это время было гребное перо, охренеть, я-то... Я просто... Антонио, соси. Я лучше сам умею. Охренеть, блин. То, что умеет телепортироваться, это впервые в жизни очень плохо. Телепортнулся в какую-то жопень, не подниматься никуда. На, ну окей, нам недалеко всего лишь. Все, больше на Алину Жене нажимать не буду, потому что знаю, что там все это время пиликало. Я уже, честно говоря, надеялся, что нашел спрятанную знак. Ну и пофиг, короче. Антонио, не телепортируйся, пожалуйста. Так, сюда. Да, сюда. Антонио! Антонио! Молодец. Еще быстрее. Эцио, смотри. Это же он! Гримальди! Где? Сеньор, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? Опа, это хреново. Пожалуйста, выслушайте меня. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь? Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я просто забочусь о вашей безопасности. Время на исходе. Через ограду не перебраться, да и стражники повсюду. Дьявол! Идем. Это невозможно. Человеку туда вход заказан. Только птица пролетит. Да, птица. Ну, а постой, куда ты? К своему другу Леонардо. Она, что я никуда, я здесь буду стоять. О, неожиданный поворот. Нет, я все-таки на эту башню заберусь. Чем бы не забраться, если башню похорон. Святый Марк, что он делает? Нафиг идите, что вам так и все интересно? Мы же не удивляемся, что... Ну, хотя здесь пока что в это время удивляться практически нечему просто. Максимум, можно удивиться, почему умирает этот, и все.
а таких особо сильных переворотов тут не было. В механизмах. Ну, корабли, по-моему, тоже уже давненько появились. Так что, да. Удивляться и нечему, только этому. Так что, хрен ли он это делает. Так, здесь, ну да, нам вот по этим окошкам, походу, надо забираться. Тихо. Да ты чё, охренел? Он не допрыгивает, вы представьте, а? Он тупо не допрыгивает. Просто не допрыгивает. Интересно, как тогда? Так, обратно. Давайте заберемся повыше. Тут вот один высокий пролет, вот этот вот, между вот этим окошком и вот этим. И все, в принципе, если его преодолею, то я смогу дальше подняться. Тут так не получится. Мне просто не хватит сил. То есть я опять-таки допрыгну только вот до этого окошечка, а хотя... Чего бы и не попробовать? Тихо! Да, я на этом застреваю. Все, тогда фиг знает. Все, нафиг иди. Падай. Так, у нас тут три места, где есть этот треугольнички, скажем. Ну, блин, почему треугольники? Картина, просто картина. Я не знаю, что это будет. Да-да-да. Так, чтобы сейчас обследовать. Ладно, потом еще обследуем, потому что сейчас... Вот, неплохо, 11 штук, аж, прикиньте, да. А, пойду к Леонардо, заодно и дам ему кодекс, который я там штуку нашел. А, кстати, интересно, теперь это меня пустит к кодексу? Где он? Вот, к нему. Все равно мне в ту сторону топать надо. Проваливай! Сам ты проваливай, если ты захотел. Гильдио, стой атенто! Ничего не знаю. Меня тут не было вообще. Чувак. Либо сиг... Нет, я пойду на... как нормальный человек по веревке. Проваливай! Хорошо. Все, убегаю, убегаю. А вот ты, чувак, меня больше не узреешь. Отец! А чё догони? Я его не вижу. Наверное, кажется, ты меня не узреешь. Я слишком молниеносен здесь. Пацаны. Сюда. Покажи-ка нам пару своих трюков. Нафиг, идите. Что ж вы такие приставучие-то, а? Ну и что, что я круче, чем вы раза в два, в три. Ну и что, зачем же приставать-то? Ну? Почему он меня до сих пор преследует? Один. И почему здесь это до сих пор заблокировано? Я вот тоже это не понимаю. Дио Бетто, как странно. Зона сейчас... Сюда беги, ворти, кердык будет. Сюда иди, эй. Сюда я иди. Не желаю вам зла. Ладно, даже пойду. Ладно, я подойду. Не-не-не-не-не. Пойдем. Я могу сейчас его покрасить? Подожди, подождите. Думаешь, ты сможешь улизнуть? Да. О, смотрите, они прошли через синхронизацию. Окей, ладно, все, ничего не знаю, все хорошо. Все пучком уже. Блин, зря только вора убил. Ладно, пучку. Может, это был один из людей Антонио. Но нехрен было ворвать меня на глазах. Да, и кодекс, конечно же, нет, доступен. Почему я только не вкатываю вообще? Ну ладно. Так, все, идем. Кстати, да, давайте посмотрим заговорщики. Может, там появились все-таки новые лица? Да, до хренища новых лиц. Аж целых 4. Данте Моро, Карло Гюримальди, Сильвио Барбариго, Марко Барбариго. Вот только тут двое не Барбариго, остальные все Барбариго. Ну что ж, они все огребут. Аккуратно. Чувак, что с тобой не так? Что цел на голову? Куда я бегу? А. Да, тупой. Совсем забыл.
Ты будешь залезать сюда, нет? Молодец. И теперь сюда. Так тоже можно. Отлично. Так, гоп, что там гоп. Отлично. Сейчас доберемся до Леонардо, их хорош. Ничего не знаю. Я не учил вас ваш язык Ренессанс. Это случилось, я такой не в курсе, что хотите. Да, езди. А что по нему не скатился? Вы видели, да, какой надо? Трупа хотел убить. Ах, да ладно, ты. Раз, два, два. Все, пошли. Сюда, иди, эй, курьер. Ну и кое-что делать. Так, все, я пришел. И на этом будем заканчивать. Да. Так что, до свидос.